Давайте в другой раз как-нибудь, я устал. Я понятия не имею, как это выглядит со стороны, но находиться в моем теле довольно интересно. Мою физиономию узнают во всех уголках страны, и в связи с этим куча веселых замесов. Я не преследовал цели стать известным никогда, отвечаю, но я таким стал случайно. Я делал рэпчик для себя и парней с местности, не думал вначале, что музло так прокачает. Чем-то награждали, что-то вручали, ща по Шурику отчитаю и угощаю на баре, не замечая того, как палево стало глобальным. Внешность, мягко говоря, узнаваема. Это старый добрый гул. То, что вижу, о том и читаю. Зато ты меня неплохо знаешь. А я не понтуюсь перед вами. Пристальное внимание, это нормально. Но есть две стороны медали. Я частенько вспоминаю разные детали, которые в памяти остались, в душу запали мне. Кто-то ради фото вспышек прыгает выше крыши, кто-то ищет место потише, чтоб взорвать шишку, кто-то ищет каналы, чтоб попасть на каналы, а кто-то их щелкает, не поднимаясь с дивана. Для кого-то важно привлекать внимание, кто-то, чтобы пожрать, выбирает